Сейчас буквально несколько минут. Я хочу вам подарить энергию этого озера и предлагаю вам совершить вместе со мной медитацию. Учитель Калки меня учит быть очень внимательной к месту силы. Что это значит? Это значит проявлять уважение, постараться остановить внутренний диалог, погрузить свой ум в состояние медитации, настроиться каждой клеточкой своего существа на ощущение энергии этого места. Я очень хочу вам, дорогие, особенно женщинам, которые сейчас смотрят это видео, постараться передать то состояние женской силы, мудрости и одновременно мягкости и гармонии, которые дарят это озеро. Сейчас устройтесь поудобнее, пусть вас ничто не отвлекает. Лучше, если вы будете находиться одна в комнате. В идеале это находиться в той комнате, где у вас стоит женский алтарь, где находятся предметы силы, где звучит особая медитативная музыка благого воздействия. Сядьте с прямым позвоночником, выключите свои мобильные телефоны, отключите все внешние раздражители. Пусть ничто сейчас не напоминает вам о той цивилизации, в которой мы живем каждый день. И если вы готовы, давайте начнем. Сделайте плавный, глубокий вдох и выдох. Вновь сделайте вдох, и теперь на выдохе почувствуйте, как ваше внимание словно стекает в область низа живота. Это центр вашей женской силы. На берегах этого священного озера приходят женщины, семьи, дети и создают такие молитвенные пирамидки с просьбой дать благословение на счастье в их семьях, чтобы их отношения были гармоничными. Представьте себя высоко-высоко в горах, среди тибетских гор. Эти горы хранят тайну, которая открывается лишь немногим. Эта тайна, это сокровище, называется священным озером Ямро. Начните совершать дыхание низом живота. Словно вы вбираете в себе эту женскую силу. Попросите благословения у богини этого озера. Попросите благословения на раскрытие своей женской силы, на свои женские качества. Продолжая совершать дыхание низа живота, почувствуйте, как эта энергия из сердца Тибета течет к вам, наполняя здоровьем, светом, благословением вашу женскую судьбу, ваши отношения. Почувствуйте, как в области низа живота накапливается эта сила. Каждый вдох и каждый выдох становится еще более приятным. Дышите с удовольствием, наслаждаясь, наполняя себя энергии священного озера. Oh.
через некоторое время, когда вы будете готовы, начните возвращаться в свое физическое тело. Сделайте глубокий вдох, плавный выдох. Можете открыть свои глаза. Постарайтесь состояние этого великого магического места силы сохранять на весь день. Помните, что вы в первую очередь женщина. Это самое главное. А уже во вторую очередь вы все другие роли. Не всегда бывает возможность так легко посетить и выбрать время для путешествия по местам силы. Но в нашей жизни есть удивительная возможность соприкоснуться с этими местами силы через специальные ритуалы и практики, через специальные медитации, которые записываются для вас. Учитель Калки дал благословение на то, чтобы создать даже специальную женскую школу, в которой этому всему обучают. Желаю вам, дорогие женщины, быть всегда такими же прекрасными, очаровательными, делать почаще эту медитацию и просить благословения у женской богини, у этого сакрального озера, на все свои дела. Пусть удача всегда вам сопутствует. Я посылаю вам огромный поток любви и искренне желаю, чтобы все в вашей жизни исполнялось, как вы хотите. Верю, что когда-то вы сами окажетесь на берегах этого священного озера в центре Тибета.